Нас рыпаться. У нас разговор короткий, правила простые. Отдаешь хабар, живи. Не отдаешь, милости просим на тот свет. Ну ничего, теперь надолго запомнят. Bonjour! Об этом.
Ouais?
разделилась. А это, наверное, мой клиент. Здесь он пытался обойти аномалию. Наверняка это он там стреляет. Он предатель, нет сомнений.
что тут им не место. Не, не место однозначно. Если эта сволочь еще раз мне дорогу перейдет, я ж на ранг не посмотрю, я же и так разукрашу, мать родная не узнает.
Прах, блин, к праху! Достала, ух и достала ж ты меня, зона. По гроб достала. Было бы где отсидеться, так негде. Никого надежного, ни тут, ни там. Вот ведь судьба какая долбанная. Коньяк штук за 10 баксов. Тёлочки самые дорогие. А интересно, сколько у меня в заначке скопилось? Чё-то не пересчитывал давно. Смерть этого бедолаги оказалась не напрасной. Благодаря нему мы выяснили позицию снайпера. Ну и как ты собрался его выкуривать, а?
сюда, иди, иди сюда, ко мне, иди, иди сюда, ко мне. Этот живой. Счастливчик. Хотя, кто знает, что для тебя лучше. Если что, вы знаете, где меня искать. Сейчас буду. Одну минуту. Приветствую на нашей научной базе. Чужой, мои читает письма, заглядывая мне через...
Рад был с вами пообщаться. Я не люблю любое время года.
Да-да. Сейчас буду. Здравствуйте. Всего наилучшего!
Но мне, когда невинных бьют, я не люблю, когда мне лезут в душу. Одну минуту! Которой я болею или пью, я не...
Интересная штуковина. Не зря она здесь находится. Вот бы подключиться к ней. Да-да, если что, вы знаете, где меня искать. С чем пожаловали в мою скромную? Заходите еще.